вообще не интересно. Так, поняли, да? Он первый начал. То есть мы стоим на пересечении вообще двух тектонических плит, североамериканский и европейский, и она говорит сейчас... Неинтересная хрень. Вы поняли, да? Капец. Смотрите, какой обвал, блин. Вот эта штука разъезжается на 2 сантиметра в год. На два. Я сказала на один, я сказала, что слю у тебя. У тебя такой большой рот, такой ракурс, кстати, офигеть. Сейчас. Я тебя помню. Слушай, мне все равно круто. Представляешь, что хрень разъезжается на 2 сантиметра в день. Фу, в год. На два.